Всем привет! Спешу поделиться с вами полезной информацией, которая коснется абсолютно всех. Многие помнят, я снял недавно видео, в котором рассказывал про дорогу из Праги в Харьков за 15 часов. Так вот, ребят, вчера буквально узнал, что скоро, а точнее с 17 октября открывается новый авиарейс с Праги в Харьков. Это будет прямой рейс, который будет по времени длиться 2,5 часа. Это компания SkyUp. Также будут рейсы из Киева и со Львова. Вся информация на сайте более подробная, кому интересно, куда они будут двигаться. Также там скину вам ссылочку под этим видео и многие полезные ссылки для покупки билетов и всего прочего. Вот, так вот, как бы самая главная информация — это то, что, ну, меня, по крайней мере, радует, не знаю, как кого, что ценовая политика будет стартовать от $60. Да, дороже, конечно, чем Wizz Air, но, опять же, Wizz Air нужно еще постараться подыскать именно под определенную дату билет по стоимости в 30 евро, то здесь будет сфиксирована цена от $60 в одну сторону. Вылетать они будут по четвергам и воскресеньям. По времени, временные интервалы там уже будете смотреть, когда, в какой период времени будет, там утром, вечером, это уже можно все узнать на сайте. Поэтому, ребят, это, наверное, самое будет рекордное время, почти 2000 километров за 2,5 часа, добраться из Харькова, с Киева, со Львова, уже в центр Европы. Кто здесь работает, живет, путешествует, кому как нравится, я думаю, это будет мега круто. За информацию, конечно, очень большое, огромнейший респект и спасибо моему другу Евгению. Жекан, красава, делись, если что, какая-то информация будет полезна для нас всех. Вот, поэтому хочу всем пожелать приятного полета, пристегивайте ремни, и всем пока!